мы находимся внутри форта времен Первой мировой войны. Вот это наблюдательный колпак изнутри. Вот довольно высоко. Пойдем посмотрим дальше. Здесь бронебашня. Сохранность какая-то есть, но все очень проржавело, поэтому наверх лезть не стал. Вот. Реально лестница старая и ржавая. В принципе, все. Дальше тут пустые места. Здесь был проход, вход вниз, но его замуровали. И подземная штольня соединяла форт, ну вот эту часть казарменную с остальными боевыми единицами, боевыми блоками. Тут, в принципе, казарма, я уже сфотографировал. Парочку покажу, тоже неплохая сохранность. Есть каркасы кроватей. Вот. Да. Тут дырочка, можно пролезть. Снова. Каркасы. Тут размещался гарнизон. Какой-то тут люк технический. Возможно, аварийный выход. Но сейчас уже, конечно же, все снова. Кровати. Все замуровано. Вот. Тут баки с запасом воды. Внизу что располагалось, не знаю. Может, душевые прошарили баки насквозь. Конечно, 100 лет форту. Удивительно, что вообще что-то сохранилось. В принципе, вот по этой части все. Здесь туалет. Да. Вот. Такой вот форт. То есть не форт, а один из блоков казарменный. Сейчас пойду осмотрю бронекупола сверху и продолжу осмотр еще парочки боевых блоков этого сооружения. Увража, как называют его французы. Вот, погодка радует, конечно. Июнь, жара, правильный свет вечерний, хорошие фотографии получаются. И видео, думаю, не подкачает.